Друзья, всех приветствую! Итак, сегодня у меня на тесте вот такой вот необычный лазерный нивелир DLT-EK118G 3D. Здесь идет гарантийный талон, технический паспорт, карточка на скидку 5%. В наборе идут два аккумулятора, блок питания на 2 ампера. Вот такой вот кронштейн. Есть магниты и металлическая пластинка для крепления на стене. Вот такая вот подставка с регулировкой ножек по горизонту. Еще одна подставка с регулировкой по высоте. Пульт. И сам лазерный нивелир. И у него вместо башки крепление для кронштейна и пузырьковый уровень для точной установки уровня. Проверим, как работает подставка по высоте. Теперь включим лазерный нивелир. По вертикали идут два луча и по горизонту один. На подставке имеется регулировка по кругу. Для точной установки луча и для регулировки пузырькового уровня регулируем ножками. На пульте можно переключить луч тусклее и ярче. При уменьшении яркости луч становится тоньше. Итак, как я уже говорил, эта резьба предназначена для крепления кронштейна. Вот так вот это выглядит. Пластина примагничена довольно-таки сильно. И отлично держит уровень. Есть регулировка по кругу и вверх-вниз. А также можно регулировать вперед-назад. Довольно-таки необычное решение сделать уровень по горизонту только снизу. Тем самым удешевили эту модель. Кому интересна его стоимость, я на всякий случай оставлю ссылку в описании видео. Теперь посмотрим, как работает уровень на улице. В принципе, все четко видно. Для уличных работ это отличный вариант. Я думаю, что он стоит своих денег и выполняет все функции на отлично. А вы что думаете, друзья? Кто-нибудь приобрел себе такой? Пишите в комментариях. А на сегодня у меня все. Всем пока. Спасибо за внимание.